У любимого телеканала день рождения, юбилей 25 лет. МТСу 25 лет, Гурсайту 25 лет. Тут работают самые лучшие люди. Я решила сделать по маленькому подарочку каждому из сотрудников. Мне в подарок сделали фирменные наклеечки. И вот я пока смотрела ОТС лайв эфир, я их клеила, чтобы каждый знал, от кого этот подарочек манит. Смотрю новости, мировые новости смотрю. ОТС лайв и смотрю. Новости все читаю, которые печатают в интернете. Даже отдельно себе на телефоне сделала отдельный вход, там ОТС. Поздравляю всех с юбилеем 25-летия. Это большая уже дата такая, вы уже взросленькие. Вам уже все можно. Процветания вам. Побольше таких, как я, которые, чтобы вам подарки приносили, чтобы тут уже в следующий раз очередь стояла с подарками. Желаю вам просто всего самого наилучшего, много просмотров и хороших репортажей. Ждем вас завтра на юбилее ОТС. Дали карты. Спасибо большое. Подождите ответ на подарок. И поделим вас. Просто будь лучше. Эту мысль посылаем в уши. Вам всегда рады. Мы для вас рядом. Это ОТС. Это радио 54. Это мысли блеск. Это интернет-портал Сибири. Где вы не были, с кем вы сейчас не находили. Подключайте все к нашим разным медиа скорее. Стоп. Снято.